Всем привет! Я FixPrice. Смотрите, какие у нас новинки. Тарелочка на подставке. Такие симпатичные. Давайте посмотрим, какие есть. Такая деревня. Вот такая идет подставочка. И на эту подставочку ставится тарелочка. Тарелка декоративная, 15 сантиметров, 99 рублей. Вот таким образом она вставляется. Собачулька. В отделе игрушек. Игрушка ванная, дудочка. Попробуй сыграй на дудочке красивую мелодию. Простое купание будет веселым, забавным с помощью этой водяной дудочки. Водичка наливается и дуется. $99. Смотрите, какие игрушки. Мишка. Животный мир. 20 сантиметров. Такой книжка. Затем, смотрите, какой кролик. Ножки свесил. Шапочки. 20 сантиметров высотой. Акула. Хоть самой играйся. Тоже 20 сантиметров. Смотрите, коричневая мышь. Такая прелесть. Тоже сидит, тоже ножки свесила. Зубки такие, ушки. Леопард. Ушко помялось. Хорошенькие какие. Состав полиэстер. Полипропиленовое волокно. И что еще? В июне изготовлен 2018 года. Срок годности не ограничен. А вот смотрите, какая собачка. Собачка в полосатой тюбетейке. Головоломка. Сердечко такое. Смотрите, сердечко. Здесь что тоже сердечко, здесь яблочко и сердечко. Смотрите, как делается. При сборке головоломки необходимо ориентироваться на размеры, форму элементов и собрать игрушки так, чтобы не было выпученных частей. Развивает образное и логическое мышление. Мне нравится яблочко. Нам привезли гитару. Стать настоящим музыкантом. Сочиняя мелодии, проигрывая песни, разучивая аккорды. Шестиструнная. Вот какая новая игрушка. С лабиринтом внутри. Набери максимальное количество очков. Вот здесь оттягивается, тут оттягивается и стреляет. У меня в детстве такая была деревянная. Разных цветов. Кассовый аппарат с реалистичной функцией сканера. Если нажать на большую кнопку, откроется кассовый лоток. Есть синенькая. Я так думаю, что есть и других цветов. Игрушка, набор посуды для куклы, малыш. Две бутылочки, тарелка, ложка, соска и слюнявчик. Также опять нам привезли маленькую модницу. Вот такой наборчик. И вот такой. Игровой набор лук и три стрелы.
и игрушка летающий диск. Игрушка снайперские мишени. Порази все цели. Научись метко стрелять. Я так понимаю, там вот так собрать надо вот такую игрушку и стрелять с пулек. А вот. Вот таким образом. Можно играть прямо у себя дома, установив мишень на столе или другой ровной поверхности. Это как в тире, я так понимаю. А стрелять, я так думаю, наверное, вот с таких пулек. Настольная игра «Битва стратегов». Интеллектуальная игра. Развивает логику и мышление. Фигуры одного цвета должны соприкасаться только углами. Тоже новая игра. Появились новые строительные машины. Смотрите, это кар. 99 рублей. Масштаб модели 1,64. Это я точно не могу сказать, но это как бы убирать снег. Экскаватор, не экскаватор. Нет, не экскаватор. Бульдозер, наверное. Вот это классно. Я такой не видела еще. 99 рублей. Роботы 55 рублей, которые трансформируются. Вот это в самолет. И этот зелененький тоже в самолет, только в другой, по-моему, военный. Оранжевую машину. Такой желтенький с фиолетовым тоже в машину. Синенький с белым машину. Опять привезли стреляющие часы со снарядами. Такие. Хозяйственный отдел. Тряпка с принтом из микрофибры 40/60. На ощупь она какая-то как будто синтетическая. Но микрофибра, она, по-моему, такая и есть. А вот смотрите, какая тряпочка с арбузиками. Много различных тряпок. Скатерти 132/178. Опять в новой расцветке. Смотрите, какие привезли красивые чашки. Так, что это у нас? Это у нас набор мисок. Две штуки. 1,3 литра и 2,2 литра. Смотрите, какая. Здесь вот такой вот рисуночек есть. И расцветочки всякие разные. Красненькая, яркая. Смотрите, пенал плюшевый. Какой хорошенький. Внутри он на подкладке. И никаких больше кармашков нет. Давайте посмотрим, какие еще есть. Смотрите, мишка, пандочка. Это я даже не знаю, собачка, наверное, ушки загнулись. И птичка. Сова. А это машина. Зайка. Зайка. Новые позитивные блокноты. Такие вот розовые листочки. С кошечками. Знаете, можно показывать вечно. Их очень много. Подставки под канцелярию. Все просят, чтобы показать. Многие просят показать канцелярию. Сейчас я пройдусь.
отдельно смысла нет снимать с каждой. Это очень много времени займет. Поэтому посмотрите, что есть. Новые обложки для тетрадей. Сегодня чего-то отсвечивает у меня на весь товар. 20 штук обложек. Школьная. Из полимерных материалов. А это обложки для учебников. Тоже из полимерных материалов. 5 штук. 5 штук, да. Высокопрозрачный, универсальный. Регулируется по размеру учебников. Смотрите, какая тетрадь. Ух ты, вообще такая машина, просто бомба. 10-20 стоит. По-моему, по математике. Да, тетрадь по математике. 18 листов в клетку для записей. Очень много детских книжек. Кому интересно, посмотрите. А вот смотрите, развивающие карточки. Занять ребенка легко, дома, в дороге, на отдыхе. Учимся читать, играя. 30 карточек. И таких карточек очень много. Вот такой. Это вот кто у нас? Рыбки. А это у нас звери. А это? Это не знаю. И вот такие 15 карточек, уже большие. Тоже можно показывать бесконечно. Очень много. Раскраска с двух сторон. 100 на 50. Выбери цвета, раскрась, почувствуй себя художником. Напольная мега раскраска. Лесные жители. И сказочная страна. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Совсем скоро уже выйдут новые видео. Пока-пока!